Добрый день, дорогие друзья, птицеводы, гости канала. Сегодняшний у нас, можно сказать, праздник. В Розел вылетели птенцы. Правильнее сказать, птенец. Этот раз у этой пары один птенец. Пара новая, в этом году дает первый раз. И вот у них в кладке было три яйца. И один птенец вылупился. Ну, все нормально, они его выкормили. Вот он сегодня первый день, как вылетел с гнезда. Вот к нам спиной сидит, это самец. А там на стене, справа в углу, это самочка. Она пастельная. Расцветка. Самец красный. И птенца дали. Птенец получается как самец красный. Вот сегодня покажу вам, чем кормлю, в каких условиях они жили. Размеры скворечника. Вольера. Значит, вольер, вот эта длина этого вольера 1,50 м. Высота примерно 1,10 м, 1,20 м. Ширина 80 см. Так, вот это скворечник. Размеры скворечника 30, 30, 40. Вот у меня так сделано, открывается здесь. Опля, и высыпалось. Там, как обычно, темно. Сейчас удастся свет включить. Вот, видите, у них тут, в принципе, чисто осталось, потому что птенец был один. Особо не намусорил. Вот, палку сгрызли. Здесь вот, где квадрат, тут была палочка. Они ее сгрызли, она валяется там на полу. Вот, значит, зерносмесь тут. Сюда входит и канаречное семя, и проса, и овес, и семечки, и рапса немножко. Яйца немножко вареного, потому что сейчас уже второе кормление, обед. Чтобы они до вечера его съели. Вот морковная ботва. Если есть морковка, можно морковку, но морковная ботва, она полезнее. Здесь пророщенный кукуруза, пареный овес и вода в поилке. Ну вот, в принципе, такое меню. Каждый день в основном это едят. Зелень меняется, там то одуванчик, то подорожник, то мокрица. Проростки меняются, то пшеница, то овес, то семечки, то кукуруза опять. А из каш то кого-то овес. Вот они сидят. По струнке смирно. Обычно розелы дают по 3, по 6, по 5 птенцов. А это что-то пара одного дала. Ну, посмотрим. Может, на второй раз сядут. Если не сядут, первый год, первый раз. Как правило, они первый год, первый раз. А потом по 2 раза садятся. Бывает, что и по 3 раза садятся, но редко. Вот, значит, теперь они пойдут на отдых, я сниму скворечник, почищу там все, подмету. Через пару недель, думаю, птенца можно будет отсаживать, он уже сам, как научится есть, понаблюдаю. Сидят, не шевелятся. И можно будет его отсаживать. Вот, с крупным планом. Вот это самка. Вот такого дали птенца. Честно говоря, за всю практику первый раз такое, чтоб дали одного птенца. Обычно 4, 5, 6, ну, иногда 3, иногда 2. Но одного ни разу не было, это первый раз. Все, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Есть вопросы, задавайте, пишите. В плане питания вроде всего рассказал. Что-то не хотят они позировать. Шевеляться, не шевелиться. Ну-ка покажите, грудь покажите, пожалуйста.
Все, ребята, всем пока, всем до свидания.